Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Стрим». То, о чем раньше молчали или по разным причинам не ложилось в основу кинокартин, стало популярным в современном мире. На протяжении последних нескольких лет тема буллинга раскрывается с помощью режиссеров, сценаристов и реальных историй. Главный посыл подобных картин – не только показать масштаб бедствия, но если говорить о сериале «Стрим», помочь своим детям избежать школьных конфликтов со сверстниками. Первой аудиторией пилотной серии картины «Стрим» стали члены жюри и зрители фестиваля сериалов «Пилот», который проходит ежегодно в городе Иваново, начиная с 2018 года. Тогда, в 2021 году, «Стрим» одержал победу сразу в трех номинациях – «Лучший пилот», «Выбор зрителей» и «Лучший сценарий». Продюсеры проекта поняли, что движутся в правильном направлении. В настоящее время съемки новых серий «Стрима» еще не ведутся. Но, как пишут неофициальные источники, сценарий полностью готов. Скорее всего, премьера второго сезона состоится не ранее осени 2023 года. Мы продолжаем следить за новостями. И как только они появятся, мы сразу вам сообщим об этом. Если вам понравился сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки. Подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.